Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист. Мать пленного солдата оккупационной российской армии отказалась говорить с ним по телефону. Украинский журналист Владимир Золкин связался с матерью пленного русского солдата и предложил ей поговорить с сыном. Однако мать отказалась, чем очень удивила своего сына. Представляем вам телефонный разговор журналиста с матерью пленного оккупанта. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Владимир, я журналист. Хотите поговорить со своим сыном? Он в плену в Украине.